Добрый день, дорогие зрители. Значит, сейчас я вам покажу, как я буду менять в компрессоре фильтр для воздуха. Упал напор в компрессоре, поэтому мы сейчас его разберем, посмотрим, в чем дело. Но, скорее всего, там резиночка просто она стала более жесткой со временем, поэтому так хорошо воздух не качает. Тем не менее, также вот сейчас у вас на глазах я поменяю фильтрующий элемент, это обыкновенный поролон или ватка, через который проходит воздух компрессора. Честно говоря, думаю, что он заходит туда через другие части компрессора, поэтому не очень принципиально, наверное, как мы ее поменяем. Дальше я вам покажу, как я попытаюсь внутренний фильтр аквариума собрать, добавив туда специальные, значит, шарики пластиковые, которые будут выполнять роль биологического накопителя для колоний бактерий и обеспечивать биологическую фильтрацию, а также специальным образом губку положить, в которую я от шприца одноразово трубочку вставлю посередине, чтобы именно через губку засасывалась вода, что обеспечит механическую фильтрацию. Таким образом, у нас будет фильтр, в котором будет биологическая и механическая фильтрация. Конечно, объем внутреннего корпуса этого фильтра совсем небольшой, но тем не менее мы сейчас сделаем все, что можем. Подписывайтесь на канал. У меня есть очень много на канале интересных видео. Обратите внимание, есть видео про инвалида из деревни, который собрал 2-метровый самодельный фильтр для аквариума на 840 литров. Есть видео бизнес-план по разведению аквариумных рыбок. В общем, походите по каналу, очень много интересных видео.